воскресный день в храме Рождества Христова прошла божественная литургия. Воскресный день – это Малая Пасха, день седьмой Господу Богу, твоему. Для меня воскресный день в храме – это встреча с Богом, общение с Ним, радость видеть, как мои дети общаются с Богом. Для нас воскресный день – это более чем просто день. Обсуждаем насущные проблемы с молодыми людьми, решаем какие-то вопросы, помогаем храму. Воскресный день – это возможность побыть максимально близко к Христу. Наконец-то прийти в Его дом за всю неделю, возблагодарить Бога за всю прожитую неделю, за вообще все, что Он для нас делает. Воскресный день – это такая возможность просто от этой суеты все прийти в храм, просто освободиться, побыть наедине с Богом. Воскресный день для нас – это, конечно же, встреча с Христом. Мы приходим ради Христа, потому что в этот день невозможно быть дома. Радость. Любовь. Счастье. Встреча. Мир. Дружба. Возвращение домой. Благодать. День, когда ты можешь встретиться с людьми, которых очень рад видеть. Для меня воскресенье – это подведение итогов недели прошедшей. Благодарность Господу за неделю прошедшую, что Он дал нам ее прожить. Это испрошение благодати Божией на неделю предстоящую. Потому что без благодати Божией мы никуда. Для меня воскресенье начинается с вечера субботы, когда именно начинается вечерняя служба. И оканчивается он именно трапезой вместе с нашими братьями-казаками, когда мы именно славим Господа за все. И потом уже, конечно, конец вечера, наверное, посвящается семье и всем своим близким. Моление Богу, пребывание с Ним, душа наша казачья пронизана нашей верою нашему Богу. Будем же и мы поступать по слову апостола Павла. Благотворение и общение не забывайте, ибо таковыми благоугождается Бог. Приходите в храм на литургию и проводите там воскресный день.